это делать? Давай. Извиниться. Пользуясь случаем, хочу передать глубокие соболезнования Федору за то, что я такая сволочь, нажралась в его день рождения и нихуя не посмотрел фильм. Короче, извини меня. Переигрываешь. Да, давай. Переиграл, да? И матом не надо, заново, я смотри. Переигрываю, а вы не доигрываете. Поехали. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Ой, не то, выключай. Дубль третий. Давайте, ребят, побыстрее. Дубль третий. Давайте. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Федором за испорченное ему настроение, за то, что я... Неправильно, испорченный день рождения. Испорченное... 2013, дубль 4. Я завтра одену нижнюю часть. Я забыл. Ладно, стоп. Давай. 2013, дубль 5. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Федором за его испорченный день рождения. Ты говори громче, ни хрена не слышно. Давай, пользуясь случаем, бухнем за Федькин день рождения. Пользуясь случаем, я хочу сказать, давайте бухнем за Федькин день рождения, так как мы ему испортили пьяные свиньи. Вот. Попрошу не обобщать. Ну, об особенности за себя я говорю, конечно, ладно. Вот. Но, в общем, было прекрасно. Я хоть поел немножко там. Снимай его. Он перекореженный был. Как ты пропустил этот момент? Ладно, Федь. Вот не пьющий человек. Ладно, Федь, да, давай. В данной ситуации, в данный момент. Правильно, накатил же пол пузырька водки его. Да какой? Чекушки. С какого? Седьмого раза получил. Я прям сижу, вода не тот вкус. Чё? Пользуюсь случаем.